принципе, я ничего бы, конечно, бы не изменил. Жизнь я прожил так, как я хотел, но обязательно бы помирился со своей матерью. Мы с ней редко видимся, хотя и живем вот в одной квартире, я извиняюсь. В общем-то, я действительно вел себя, скажем так, в молодости не очень хорошо по отношению к ней. Плюс ко всему, меня воспитали мои бабушка с дедушкой, которые, к сожалению, умерли. Большую часть жизни я, естественно, понятное дело, прожил у них в детском селе город Пушкин. Ну да, мы всю жизнь практически прожили, на, грубо говоря, на ножах. Ну вот, да я с огромнейшим удовольствием пойду и попробую помириться, скажем так, с собственной матерью. Но если сделать это не сейчас, то, наверное, никогда. Давайте попробуем, не вопрос. Валерий, расскажите какую-нибудь историю вот из своего района, может быть, из своего детства, когда вот здесь вот жили, может быть, про школу что-то. Ну, так сразу-то и... Ну, во-первых, у меня это самое, как он называется, в школе была кличка «Жизнерадостный». Вот, ага. Ну, наверное, потому что я все время улыбаюсь, наверное. Ага. Ну, это уж, как говорится, тут... Ну, такая привычка, да. Ну, это хорошая кличка. Хорошо, пускай хорошая, ну... Хорошая, плохая там. Вот. Валерий, какие цветы ваша мама любит, помните? Да, конечно, хризантемы. Ага, ну окей, где хризантемы? Просто 9% мужчин любит толстых женщин, и только 1% любит очень толстых. Вот так. Интересно. О, вот мамины любимые конфеты. Она их обожает просто. Они очень давно производятся. Куркунов, мамины любимые конфеты, ну и пельмени «Цезарь». Классик. Увидишь. Надо поговорить, ну, елочки-берелочки. Я пришел мириться, мам, ну. И кое-что принес. Вот, держи. Это я тебе принес. Ну, просто помириться. Я ничего не то самое. Там не брошу, не машину кидаться. Там это самое. Не надо мне это самое. Я тебе, ты мне. Так вот. Вот это тебе. Ну, и вот это тебе, естественно. Зачем? Ну, надо. Что ж. Мама, я тебя очень люблю, поверь. Что-то мне это самое.
Ну, я надеюсь, что со временем у меня с мамой все наладится. А пока, ну, пока я приготовлю себе пельмешки, вот. Пельмешки Цезарь, мои любимые пельмешки, я их очень люблю. Так, куда все-таки делся торец-то? Вторую пачку-то вот вы мне подарили, а я куда-то сунул. Я когда ем, я обожаю, ну я вообще обожаю читать, ну и когда ем, в частности, вот. Ну и сейчас я пойду возьму книжку, вот, в комнату. Валерий, а покажите нам свою комнату легендарную, которая сгорела. Вот комната, которая, к сожалению, сгорела. Ну, что тут поделаешь, ну? Он сегодня такой поступок совершил, пришел на примирение. Как думаете, станет лучше ваше общение? Станет. Наладить отношения, невозможно же жить вот так вот, вечно в ругани. Давайте все-таки, может, помирите хотя бы на денек. Что скажете? Да помирились они уже. Помирились? Да. Ну и замечательно, ну и хорошо, я рад. Те, кто смотрит это видео, советую никогда не ругаться с близкими, потому что помириться это очень трудно. Во всяком случае, я попробовал, ну, я не знаю, получилось, не получилось у меня, но, во всяком случае, я надеюсь на это. Я не знаю, насколько сильно вот реально может поменять этот поступок его отношения с мамой, но есть все-таки вероятность того, что даже такой типа маленький поступок, даже вот этот вот презент в виде цветов и конфет может как-то повлиять на, в целом, на их общение. У них война уже очень давно, и не знаю, насколько сильно это реально может поменять их общение, но я сегодня обратил внимание на такую штуку, что когда Валера дарил цветы маме, она сначала не хотела их принимать, а потом уже в самом конце сказала: «Ой, ну ладно, что ты, спасибо тебе большое». То есть вот, этот вот, вот эта вот непробиваемая стена, которая была между ними, да, то есть она не принимает, он дает, она не принимает. В какой-то момент она рухнула, и то, что она вышла в конце на кухню и поставила эти цветы в воду, я думаю, говорят о многом и говорят о хорошем. Поэтому, друзья, если вы в ссоре со своими близкими или с друзьями, это абсолютно не важно, то сделайте первый шаг какой-нибудь. Позвоните, встретитесь, там, не знаю, если нужно извиниться, извинитесь, потому что, возможно, никогда этого шанса не предвидится. С вами был Александр Жучкин. Я вас всех очень люблю. До новых встреч. Пока.